Денис, конечно, хорохорится, но ему сегодня досталось. На левой руке ему сегодня досталось здорово. Ну, это хорошо, как говорят, тяжело в учении, легко в бою. И на самом деле это не красивые слова, это, ну, самое что ни на есть правда. И поэтому это здорово, что у Дениса получилось понять свои слабые места именно на тренировке. За 2 месяца до главного старта. У тебя есть время все исправить, у тебя есть время подкорректировать свой тренировочный процесс. Хуже, если бы ты об этом узнал там, во время старта за разминочным столом. Поэтому все хорошо. Давай, спасибо. Все, давай. Всем привет. Удачи. Брату привет и процветания в бизнесе. Спасибо огромное. Давай.